Знаете ли вы, что у холмов есть глаза, а у деревьев лица? Конечно, не у всех деревьев, а только у тех, которые растут на Примузейной площади. Именно здесь росли три больших старых тополя. В 2015 году их обрезали, в надежде, что они дадут молодую поросль. В течение 2 лет новых веток не появилось. Можно было срубить старые деревья, но рука не поднялась. И тут у музейных работников возникла идея превратить 3 сухих ствола в произведение искусства. Эти 3 тополя стали духами Менквами, получив от художника лицо и несколько аксессуаров вдобавок, так сказать, для полноты картины и завершения образа. Получилась композиция под названием «Мудрость веков». В основе эскиза композиции – идея директора музея Ольги Малоземовой и художественное решение резчика из Нижнего Тагила Владимира Дегтярева. 3 лесных духа Менква охраняют угорское святилище и хранят мудрость предков. Рядом с ними птицы – ворона и филин. Ворона – Уринеква, женский мифологический предок и покровитель. Филин – мужской. Фигура шамана рядом с менквами деревьями логично дополняет композицию. Дерево связано с мирами, его верхушка упирается в небо, а корни, извиваясь, достигают самого низа подземелья. По ветвям этого дерева шаман, как по ступенькам, поднимается в верхний мир, а по полому стволу спускается в нижний. Шаман ведает судьбами всех живущих на земле. Среди массы деревьев, находящихся рядом, композиция не сразу привлекает внимание прохожих и возникает вдруг так неожиданно, как будто специально поджидала этого момента.